забывают быстро, и оно становится обычным, повседневным. Так было в колхозе политотдел с доставкой продуктов на дом. Сейчас уже трудно сказать, кто и когда предложил это новшество. Утром колхозницы спешат не к прилавкам магазина, а к телефону. В заказе будут учтены пожелания всех членов семьи. Изобилие не просто стучится в дома колхозников. Оно здесь уже давно постоянный жилец. А эти малыши еще не знают, что родились миллионерами. Пока они твердо усвоили, что им принадлежат папа с мамой. И вот такой дворец. Ребята станут взрослыми, и многое в истории родного колхоза покажется им легендой. Например, что не было дворца культуры, таким он станет очень скоро. А вокруг расстилались гиблые болота. Это было в 1953 году. После сентябрьского пленума ЦК партии вместе с секретарем райкома Моисеем Кимом приехал сюда новый председатель Мангым Хвам. И все время, думая о пленуме, с чего начать? С болот? Земля очень нужна колхозу. Знал Хвам, нелегко придется ему. Страшнее любого болота была трясина недоверия, засосавшая людей. Каждый копался на своем приусадебном участке. Надо было вернуть людям веру в силу коллектива. Не молод ли ты, Хван, сомневались старики. Хватит ли сил? Но Хван был не один. Партийный секретарь Ким Сан-Фир, колхозный организатор Ким Чербон, агроном Андрей Пак встали рядом. И земля почувствовала уверенную руку человека. Болота отступали, сдавали. Кое-кто тоже сдался. Может быть, через маленькое окно своего личного не смог он увидеть вдали общего счастья и довольства. Оно рождалось в нелегкой борьбе за землю. Ничто так не объединяет людей, как вместе пережитые трудности. И больше всего любишь вовсе не ту землю, что дана тебе как подарок природы, а ту, что вырвал сам из ее цепких объятий. Люба Ли поверила в эту землю, в королеву полей кукурузу, так же, как и агроном Андрей Пак. Сколько самых разных сортов. Какому отдать предпочтение? Да так, чтоб давал больше силосной массы и початков на той же площади в 400 гектаров. Ли Пак и Хван пришли со своими сомнениями и вопросами к ученым. Долго думали, выбирали и остановились на узбекской зубовидной.
часто посещали сомнения, справится ли. Избирали бригадиром, хвалили за покладистый характер. Для каждого, мол, найдет нужное слово. Вот и нашлось оно для тракториста Константина Югая. Может быть, обиделся? Нет. Такого не бывает в бригаде у Любы. Как говорится, служба службой, а дружба дружбой. Чаще приходилось быть лектором. Откуда только не приезжали гости и требовали объяснить все досконально и точно. Спрашивали, какой высоты будет эта кукуруза. Где взять руку подлиннее, чтобы показать? Целый день в поле. А дома уже заждались. Люба рано овдовела, и все заботы о детях легли на ее плечи. Там, на поле, она знатный бригадир, а дома просто-напросто мать со всеми неотложными материнскими делами. Культура кукуруза. Посвящаешь ей все время, она просит еще больше. Выполняешь все правила агротехники, так нет, мало. Душу подавай, словно живая. Росла кукуруза и росла Любина слава, множилась на страницах газет. Дошла она и до Алма-Аты, где собрались передовики сельского хозяйства. Никита Сергеевич Хрущев радовался вместе со всеми узбекскому чуду. Никита Сергеевич назвал Любино кукурузное поле джунглями. Примечательное, что возникли эти джунгли на том самом месте, где 7 лет назад были топкие болота. Поднялась кукуруза на 6 метров в высоту. Да и початки уродились немалые. В чем же секрет успеха Любы? Секреты? Тут никаких секретов нет. Только нужно упорно трудиться и любить кукурузу. А в нашем колхозе эту культуру всей душой любит. И дальше можно получить еще больше урожая. Когда началась уборка,
возникла неожиданная трудность. Машине было не под силу взять такого великана. Приходилось ломать стебли. Задали кукурузоводы задачу конструкторам. Нужен новый комбайн. И как можно скорее. Сегодня у Любы мировой рекорд. 1967 центнеров зеленой массы с гектара. А завтра будет и в других колхозах. Теперь заготовлено кормов для колхозной фермы. Без кукурузы нашей Любушки не было бы рекордных надоев молока. Тыквы тоже выращивают для хозяйства Розы Квон. Весистый урожай, больше 3 пудов. Хорошее будет дополнение к Любиной кукурузе. Вот и выходит, что все теперь зависит от Розы, от ее умения. Ведь кому много дают, с того много и спросят. Известно всем, успехи дояркам никогда не даются легко. Шутка ли подоить столько коров? Если делать это руками, не раз вспомнишь о механизации. А коровы ждать не будут. Сами приучили к дисциплине. Только поспевай. Но это теперь воспоминания. Сегодня все 150 Розиных подопечных спешат в механизированный доильный цех. Агрегат ласково назвали «елочкой». Более 4000 килограммов молока надаивает Роза от каждой из 150 коров. Поражает она всех односельчан вот такими молниями. Молодец, Роза, хорошо работает. С него можно брать пример. Так уж в колхозе принято. Хвалить других, а себе скромно умалчивать. Дед и отец Абдулы Абдурахманова трудились на этих полях, не разгибая спины, с кетменем. Внук и сын их Абдула стал агрономом. Потом его колхоз объединили с колхозом политотдел. Абдула решил остаться на земле родного кишлака бригадиром. Рады удобный полевой стан. Частый гость и сам председатель Мангым Хван. Впрочем, гость — это не совсем верно. Скорее, требовательный и знающий хозяин.
Раньше, до объединения, здесь выращивали по 20 центнеров хлопка с гектара. Для передового хозяйства это мало. И бригада Абдулы Абдурахманова вырастила по 50 центнеров. Уберут они хлопок, и вольется он в общий поток белого золота, выращенного в Узбекистане. Но разве капля воды делается меньше от того, что сливается с общим потоком в реке? Нет. Она становится сильнее. Так и люди. Они живут здесь в единой, дружной, многонациональной семье. Люба Ли, Роза Квон, Абдулла Абдурахманов, они лучшие, но не единственные. Как не сказать о Шине, мировом рекордсмене по урожаю кинафа? А знатоке техники-трактористе Анатолии Ли, монтёре Израиле Карабаеве, колхозном скульпторе Вадиме Бреславском, сборщице коконов Мире Хван. Сколько колхозников обязаны врачу Николаю Муну здоровьем своих детей? Радует бухгалтер Романа колхозные доходы. У поварихи тети Оли своя гордость. Обеды колхозникам отпускаются бесплатно. А телефонистка Мария Ким известна и как хорошая певица. Мария поет о любви, о воздушных корабликах, о сказочных феях. Почему-то влюбленные всегда уносятся мечтами в небо, хотя здесь, в колхозе, своим счастьем, они обязаны вполне земным делам, богатству, добытому собственными руками. Землями колхоза политотдел всегда звучат песни. Пусть их слышат повсюду.